Мам, что мы хотят установить, и мне нужно подписать разрешение. Что мне делать? Я понимаю, что ему лучше будет у тебя. Но ты мне не мог это сказать, ну, хотя бы месяц назад. Я что, какой-то урод, что ли? Я какая-то... Я не знаю, почему со мной так надо поступать-то, а? Никому ты не нужна, поняла? Дочка в интернате, сына забрали. Вероника! Гордеева! Подойди ко мне! Вероника! Эй!